Привет, доброе утро. Утро у меня начинается, друзья, с такой рыбки. Видите, какая она красивая. Мариную что? Для того, чтобы испечь. Сегодня ко мне приезжают гости. Мой племянник из Питера с женой. Так что я такая счастливая. Я не видела его несколько лет. Лет 40 или 50 уже. Нет, когда мне было где-то 10-12 лет, он родился. И вот я помню его в пеленках. Но мы общаемся, так как он является моим бизнес-партнером. И вот он наконец-то приезжает к тете. И рыбка будет его ждать. Потом хачапури напеку. Ух, как хорошо, гости. Люблю я гостей. Всем привет, мои дорогие. Тут все будни, будни, будни. Вот это вот красота. Потом из Батуми с Ашкемом. Просто повод погулять. А вот и мой сыночек. Я счастлива. Доброе утро, друзья мои. Сегодня ко мне приезжает мой племянник. Я замариновала рыбку и иду на набережную, потому что проснулась рано. Знаете как, очень трудно проснулась, и очень много дел у меня, вообще очень много идей, и это все нужно воплотить. Я знаю, что у меня получится. Как вам мои бровки, которые я сама крашу, маникюр накрасила. Так что вот, пошла я на набережную, хочу на велосипеде покататься, взяла карты, если получится, конечно, потому что засиделась я дома. После воскресенья. Удачного мне дня! Какое сегодня море! Я сегодня не буду точно купаться, а потом с гостями приду. Вон купаются там. Специально медленно поворачиваю камеру, а то у меня много замечаний. Светлана, быстро не крутите камеры, мы хотим посмотреть все. Вот вспомнила вас как раз в нужный момент. Ну что, мои дорогие, какие у меня планы на набережную? Я вот жду, пока там девушка освободит место, чтобы я себе выбрала велосипед. Ой, хотя бы эти не подошли тоже мимо меня. Хочу покататься и вернуться. Много времени у меня нет, мне нужно работать. Я лидер второго уровня, кто не знает. Кто не знает, компания занимается продажей золота инвестиционных, слитков пробы 4 девятки, криптомонеты, которые в 2024 году выходят на биржу. У нас будет запуск собственной метавселенной Аристипия. У нас есть ценные бумаги канадской компании Global Success Management. И очень много виртуальной недвижимости, которую можно сейчас купить за копейки, которая растет в цене с каждым днем. Монеты DAO, децентрализованная автономная организация. Не подчиняемся никакому государству, а все решения принимают совладельцы DAO. Так что кто желает, кого интересуют инвестиции в себя, приглашаю в свою команду. Не забывайте мое предложение для тех, кто хочет сохранить и приумножить. И только на крипте и ценных бумагах, акциях можно увеличить свои нулики в несколько раз. Запомните, это просто чудо. Так что вот у нас сейчас есть промоушен, где вы можете получить, нафармить бесплатные монеты пока, каждая стоимость которой 56 евро уже. И вот очень много предложений, скоро фарминг заканчивается, так как монет выпустили 99 миллионов, они уже заканчиваются, да. И успевайте, друзья мои, бизнес 5 лет, я лично занимаюсь бизнесом, и горжусь этим, потому что очень много все зависит от него. Ну, а я никак не дождусь эту девушку. Что-то у нее не получается.
приходится с вами поболтать. Надо подойти, наверное, чтобы она пошевелилась. Ну все, мои дорогие, до связи. И вот мой конь накаталась, доехала до Марины, села посидеть с вами, поболтать. Полгода назад стоил прокат 1 лира, сейчас я не знаю. Вот когда оставлю, вам потом сообщу. Ой, спать так хотелось с утра, еле я себя подняла. Знаете, какая борьба у меня была, какая девочка красивая, посмотрите. А фигурка, а волосики такие синего цвета. А эти покрытые, как смотрят. Секси такая. Видите или нет? Потеряли мы ее. А вот она пошла. Посмотрите. Красотка. Надо бывает красивые девочки. А эти дети сплетничают. А знаете, нельзя осуждать никого. Хоть пусть будет голый он. Надо восхищаться этим человеком и позволь себе быть собой, а другим другими. Я всегда так говорю, когда кто-то пытается кого-то осудить при мне. Я как слушатель не принимаю участия в этом. И мне легче. Вы знаете, как действительно... Я создаю свою реальность. Наверное, потому что я перешла, попала в этот квантовый поток. Сейчас для многих будут очень незнакомые слова. Но если вы хотите познакомиться с этими словами, в Ютубе найдете смысл. Квантовый переход, туда переходят те люди, веб-3, да, можно так сказать, туда переходят те люди, которые несут добро людям, живут правильно и никогда никого не осуждаю, стараюсь не обижаться, всех прощать. Но для этого мне нужно было, конечно, много поработать и какой-то период жизни. Ой, как я сегодня трудно проснулась, прямо за шкирку себя подняла, будильник разбудил, хотела лечь, потом думаю, нет, жизнь настолько интересна, что просыпать ее нельзя, особенно у меня, не знаю, как у вас, а у меня замечательная жизнь, даже если я буду сидеть дома, не выходить на набережную, вы сейчас скажете, вот у тебя набережное солнце, нет, не в этом суть, не в этом, любой человек, я, например, говорю лично о себе. Он может найти себя везде. Настолько интересно информации можно получить в интернете. Можно почитать книгу, можно порисовать. Не обязательно нейрографику, что-нибудь взять, почертить, порисовать. Заниматься цветами. Вот сколько есть бесплатных этих приятностей. Уборку сделать. Я так люблю уборкой заниматься. Это меня расслабляет. Я даже вот смотрю, как многие девчонки у меня, к ним приходит несколько раз в неделю уборщица. Но я не знаю, как я смогу переступить эту черту, ну, чтобы кто-то чужой пришел к тебе в дом, да, и мусор твой убирал. Какой-то у меня немножко стыдно, неприятно вот с этой стороны. А вот эту тему надо прорабатывать, ведь потому что очень много времени я трачу за уборкой, а в это время я могла бы кайфовать и наслаждаться жизнью. Заниматься, познавать чем-то интересным. Я сейчас как губка все впитываю. Мне очень интересна тема искусственного интеллекта. В крипте я разобралась на том уровне, который приемлем для меня. В бизнесе я в своем разобралась. Он приносит мне очень хороший доход. У меня очень большие планы. Я хочу попасть на встречу с президентом, встречу с лидерами, которая состоится в середине ноября 2023 года. Ну и, конечно, я еду туда вместе с мужем. Но я не могу его оставить. Вы знаете, конечно, так было бы дешевле на двоих номер 1650 за 3 ночи. Евро, на минуточку, евро. Да, но я дала себе слово, даже еще
не знаю, в каком отеле мы будем остановимся, в каком городе Турции, сколько это будет стоить. Я дала себе слово, и я от этого слова не отступлю. Вот сейчас на той неделе буду резервировать. Уедет племянник мой. И буду резервировать отель. Резервация стоит 250 евро. Остальное во время приезда. По приезду. Так вот, мои дорогие, идите к своим целям, не бойтесь их. И вот эту планку мне тоже надо как-то повышать, страхи убирать. И пользоваться услуги домработницы, да, иногда. Вот по таким окнам идти, это очень много времени занимает. Но я люблю так все. У меня сейчас так чистенько, так классненько. Ковры постелила, так приятненько, босиком ходим. Вечером уже прохладно стало, да. Я уже теплые тапочки на голую ногу. И уже легким покрывальцем укрываемся. Вот такие вот у нас новости. Сегодня приезжает мой племянник. У меня сейчас еще сделки две будут. Каждый день я работаю. Моя команда разрастается. Кто со мной, тот выиграл, кто не со мной. Очень жаль, что вы не хотите разобраться в этой теме и понять смысл инвестирования, и вы понять ценность моего предложения, которое уже бесплатное, скоро много чего закончится. А что бесплатное? Вы будете бесплатно фармить, собирать криптомонету, которая выйдет на биржу, во внешний мир. Стоимость ее сегодня 56 евро. Да, помните, я когда-то говорила 50, сейчас уже 56 евро. С каждым днем она вырастает. А в чем, почему она вырастает? Потому что в комьюнити ее покупают продукты NFT, ценные бумаги. Вот с покупкой таких криптоактивов можно получить подарок такие вот монеты, которые заявят о себе еще на весь мир с успехом. Я в этом уверена. Все, друзья мои, я разговорилась с вами. Мне нужно идти домой. Я, естественно, сделала сегодня такую шикарную йогу. Гимнастику для лица. Конечно, результатов сейчас сразу не будет. Да, я вот смотрела предыдущее видео. Но все-таки девчонки мои видят какие-то изменения. Вот я сейчас сижу, да. Я уже вижу, что у меня брили постепенно уходят. Вам не покажу пока. Как-то так. На солнце. Я же открытая перед вами. Покажу сейчас себя. Так вот, мои дорогие, смотрите. Раньше у меня было здесь больше. Это на солнце, видите? Делать для этого упражнения, для исчезания пыли, нужно делать такие упражнения, смотрите. Сидите, потом раз, так губы закатили. Вытянули. Губы закатываете за зубы. Ага, так. А. Тут натянута, кука-канка. О. Ага, обнали голову. Так, сделала 10, по 20 надо делать, показала вам. Осанка должна быть соблюдена, естественно, мои дорогие. Также должна... Я не показываю свои глаза, потому что я хочу, чтобы попала моя нижняя часть лица. Да, смотрите. У меня чуть-чуть поднялись уголки рта. Вот тут, когда будет вот так поднято, значит, у меня будет все поднято. Щеки, для щек я делаю его. Сначала делаем У, потом О, знаете, У, О, О, У.
Ахалуя. Понятно, чтобы все было натянуто, и это тоже идет. И когда вот это вот все, щеки у вас начнут такие упругие, мышцы натянутся здесь, да? Мышцы натянутся, накачаются, боже, как на теле накачиваются, и у вас поднимется это и все. Ладно, друзья мои, будете сейчас меня ругать, не имею права это говорить, просто делюсь, я же за это деньги плачу, а вам бесплатно. И вот это вот, скажите, это же лишняя кожа, да, она лишняя кожа, но она потом все как-то исчезнет, лишняя кожа. И будет такая вот такие губки хочу. Чтобы кончики поднимались, и сразу вот это все уйдет, представляете? А делают операции пластические сразу, а я буду все своим естественным делать. Я никуда не спешу, посмотрим, через год встретимся еще. Море замечательное, я чувствую его тепло, 30 градусов жары. Завтра приду со своими гостями на море. Ой, как хочу, очень хочу. Завтра у нас встреча с девочками, не знаю, пойду или нет. Бегу сейчас, а то я что-то задержалась, думала на часик, а получилось больше. 2 лиры у меня забрал прокат велосипеда, но я даже не знаю, сколько по времени это, вот больше часа может быть, а может быть уже 2 лиры стало. Вот. В следующий раз обращу на это внимание. Там еще этот автомат как-то не работал, мы и все сделала спонтанно. Пошла я, видите, сколько купается. Мерсин любит вас и меня. У меня что сейчас произошло? У меня начался вебинар «Партнерка». А тут я собралась хачапури печь, а тесто прет и прет. Простите за мой французский. Я его уже 10 раз опустила. И что? Тут фрукты я перемыла уже. Я ушла на партнерку, и оно у меня все потекло в холодильнике. А здесь у меня рыбка готова. Сейчас духовочка нагреется и положу. Сейчас без 10:05. Через 10 минут у меня снова партнерка, потому что это отменилось. Мне надо испечь хотя бы одну хачапури, потому что мой племянник уже доезжает в Мерсин. Угу.
утро, мои дорогие. Мой племянник уезжает, я решила их обрадовать вот таким хачапури. По-аджарски. Сейчас буду будить их. Всем добрый вечер, мои дорогие друзья. После гостей у меня целый день уборка и готовка. Приготовила вот такую курицу в духовке на мангале. Салатик, бамья. Я ее выставила на канал. Можете смотреть. Плов, йогурт. Будем кушать. Весь день убираем сегодня с мужем. Он помогает. Такой пылесос классный он мне купил. А еще что-то купил, покажу. Или, девчонки мои, смотрите, вот так берется. Раз. И все. Как чисто моет. Руки не надо мочить. Вот такой подарок мой муж сделал на годовщину нашей свадьбы. И еще пылесос. Я ему показывала до этого. Просто благодарна ему, потому что это уменьшило затрату моего времени на уборку. Мой золотой, дорогой. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.